Всем привет. Мастерская «Слон компании», я Вячеслав, приветствую вас. Я говорил вам, и когда при заказе пытаются заказать фулл-танги, что мы их сняли с производства. Мы их действительно сняли с производства. Это, ну, у нас так оставались клинки, ну, ученические, скажем так. Лежали и лежали, кушать не просили. Ну вот, пришел ученик опять. Дали задание ему собрать, ну, конечно же, под присмотром, под осмотром, там уж сколько ученической этой деятельности было. Ну, не более 50%. Ну, факт тот, что так, чтобы какое-то развитие было, понять, откуда руки растут. Дали как раз вот эти ему клинги, которые лежали. Ну, вот он собрал. Ну, мы по-прежнему цельнометаллические, то есть фулл-танги не берем в этот, в работу, в заказы, и клинков тоже больше. Вроде бы как нету. Вот эти вот последние. Остальные 5 клинков оставались. И мы их сделали клинки из H12MF. Накладки черный граб, ну и стягивающие болты, они светоотражающиеся, вот разные цветовой гаммы. Это модель S1, клин от обуха, шлифовка, он один у нас, ну, хороший, удобный нож. Да, стоимость любого из этих ножей 5500 рублей. Если кого-то заинтересует, WhatsApp, Viber, звонок, электронная почта. Ну, кого-то заинтересует, найдете, как связаться. Ну, если что, связывайтесь. Довольно-таки. Как сказать? Ну, быстро, потому что, ну, вы сами знаете почему, кто пытался что-то заказать. Бывает, что быстро нет в наличии. Так что я не буду говорить, я всегда сомневаюсь, купят или не купят, ну, так, на всякий случай. Ну, вот от середины длина клинка, 145 миллиметров. Поверху 140 миллиметров длина клинка. Ширина клинка 28,5 миллиметра. Так, и толщина клинка. Толщина клинка. О, они такие тоненькие. 1,9 миллиметра по центру. У рукояти 2,6 миллиметра. То есть полностью клин сделан. Не знаю, как это видно будет или нет. Полностью сделан клин. И так, и так. Вот один нож. Первый нож. S1 в одном экземпляре. S11 модель. Второй нож. Здесь тоже клин, но с обухом. Шлифовка. Вот так вот в моей руке лежит. Да, там я не сказал длину рукояти. Давайте длина рукояти поверху. 118,5 мм. Ну, в моей руке, глядите, как лежит. У меня средняя рука вполне хорошо лежит. Так, у этого S11 длина рукояти 122,5 миллиметра. Так, вот он лежит в руке. Так, длина клинка 135 миллиметров. Ширина клинка 28,5 миллиметра. Толщина клинка 2,7 миллиметра.
Ну, все они тонко сведены. Сведение 0,3 у этого. У первого сведения 0,13 вообще сведения. Далее модель S7, 3 штуки их. Вот один помощнее клинок, то есть клин с обухом. Длина клинка 125 мм, ширина 28 мм и толщина 2,3 мм. Но сведено, видите, как я не буду мерить, вон как сведено, а заточки практически не видно. 124 мм длина рукояти. Модель S7, это третий нож. Клин с обухом. И дальше два ножа. Клин от обуха. Модель S7. Длина клинка 125 мм, 28 мм. Толщина клинка у рукояти 2,3 мм, а в середине уже 1,4 мм. То есть вот так вот он сведен клином. Вот такой резак будет хороший. Конечно, ковырять им что-то не надо, но резак, я думаю, будет неплохой. Здесь такие салатовые. Это светонакопительные, то есть если днем он у вас лежит на свету, лучше на солнце, или просто лежит на свету, то ночью они будут светиться все разным цветом дока. И пятый нож, вот, модель S7. Размеры те же, ну, толщина клинка 2,3, 1, да, размеры те же. И я забыл, у них вот такие вот прокладочки у всех под цвет. Давайте сначала вот первый, модель S1, с такими вот прокладочками. Второй, модель S13. Здесь такие синие прокладки. Третий, модель S7. Здесь зеленые прокладочки. Четвертый, модель S7. Тоже зеленые прокладки. И пятый, модель S7. Здесь такие желтые прокладочки. Да, ножны у них я все не буду показывать. Ну вот такого вот плана ножны. Ну и ножи заточены, в принципе. Возьмем какую-нибудь бумажку. Ну, так. Ножи готовы к отправке. То есть, если кого-то заинтересует наше предложение, делайте заказ, оплачивайте, сообщайте адрес, куда отправить. И, ну, если не сегодня, то завтра отправим. Так что всем удачи, всем здоровья, смотрите наши ролики, приобретайте нашу продукцию, делитесь нашими роликами с друзьями, с соседями, с родственниками. А, совсем, да, совсем забыл.
Не знаю, надо это говорить, не надо. Но я скажу, что почему нельзя это говорить. У меня вчера внук 4-й родился. Вот так вот. Ну, что-нибудь придумаем сделать. Наверное, в ближайшее время мы сделаем лотерею. Кое-что готовим под лотерею, но это все попозже. Всем здоровья. Здоровья, мирного неба над головой. Смотрите наши ролики, еще раз повторюсь. До новых встреч!